В эфире новости ЮРГУ. О том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Екатерина Буталова. Здравствуйте. Завершилась программа адаптации для иностранных студентов «Мы в России». Подробности далее. Программа адаптации для иностранных студентов Ассоциации иностранных студентов и выпускников Южного Урала «Мы в России» реализуется при поддержке Южноуральского государственного университета, Главного управления молодежной политики, Центра народного единства. Задача проекта – погружение иностранных студентов в социокультурное и правовое поле России. На базе ЮРГУ мы проводили 24 занятия с преподавателем русского языка как иностранного и специалистом по межкультурной коммуникации. Это были разноплановые занятия, начиная от в аудитории именно особенностей языка, какие-то поговорки, пословицы, то, что больше разговорного языка, да, то, что не проходят студенты во время обычных занятий, и заканчивается это семинарами, например, по 9 мая мы проводили такой общий экскурс для иностранных студентов про то, что это такое для России. Также в зимнее время учились кататься на сноуборде и лыжах, знакомились с традициями во время Масленицы. Занятия в рамках проекта длились на протяжении 5 месяцев. Участниками стали более 300 студентов первых и вторых курсов из разных вузов города. Закрепить полученные знания иностранным студентам помогла интеллектуально-развлекательная игра формата «Quiz Please». По завершению проекта «Мы в России» прошло торжественное награждение. Но для меня проект является успешным, потому что участников было даже больше, чем мы изначально планировали. Большой ажиотаж особенно заинтересовалось, что студенты со всего города, то есть, несмотря на то, что проходил на базе одного университета, мы привлекали иностранных обучающихся первого курса с вуза всего Челябинска. Вот, и интересно, что привлек особенно тех иностранных студентов, которые обучаются на английских программах, тех, кто не подходил на курс русского языка в течение года, а приехали обучаться именно на английском языке. Для них изучение русского языка буквально происходит в живом общении, а мы постарались это выстроить в программу. По словам организаторов, продолжению проекта «Быть» в начале нового учебного года к программе адаптации иностранных студентов «Мы в России» будут привлечены новые студенты, в частности первокурсники. ЮРГУ встретил 5000-го абитуриента. Исполняющий обязанности ректора нашего вуза Александр Вагнер лично поздравил юношу и пожелал успешного поступления в университет. 5000-м абитуриентом ЮРГУ стал Константин Кузьмин. Он является высокобальником, ведь по результатам единого государственного экзамена молодой человек суммарно набрал 261 балл по русскому языку, математике и физике. В будущем Константин желает стать программистом. Абитуриент поделился, почему решил поступать именно в наш университет. Я поступаю на направление прикладная информатика и математика в ЮРГУ, потому что считаю, что этот университет лучший в Челябинской области. Исполняющий обязанности ректора Южноуральского государственного университета Александр Вагнер лично поздравил 5000-го абитуриента, вручил подарки с символикой вуза и пожелал юноше успешного поступления. Для меня очень приятно, что наше направление, наши компетенции, наши услуги образовательные пользуются популярностью. Университет каждый год приходит большое количество абитуриентов, это всегда за 5000, мы ждем в ближайшем будущем и 10000-го абитуриента. А то, что нас выбирают высокобальники, особенно те, кто представляет Челябинскую область, это подтверждение высокого профессионализма, высокого качества обучения в нашем университете. По словам начальника отдела формирования контингента студентов ЮРГУ Александра Губарева, в работе приемной кампании нашего вуза был преодолен экватор не только по срокам приема, но и по количеству поданных заявлений. Традиционно по завершению приемной кампании ожидается около 10000 абитуриентов. Большей популярностью пользуются специальности
экономического, юридического, гуманитарного профиля. И, ну, в общем-то, в этом году тоже не исключение. Из технических специальностей вот заметен здесь подъем. Ну, объясняется и обстановкой в стране, да, и в том числе политикой правительства. Да, это рост желающих поступить на айтишные специальности. Их у нас много, и самих направлений много, и бюджетных мест там достаточно много. Поэтому мы ждем их, ребята, и туда тоже. Напомним, что последний день приема документов на бюджетную форму обучения – 25 июля, а для тех, кто сдает творческие испытания – 9 июля. Прием документов на очную форму обучения на контрактной основе продлится до 30 августа. Заявления от абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения, принимаются до середины сентября. Стартовал летний трудовой семестр студенческих стройотрядов. На Всероссийской студенческой стройке ЮРГУ представят 3 студотряда в количестве 45 человек. В Озерске стартовал летний трудовой семестр студенческих стройотрядов, работающих на стратегических объектах госкорпорации «Росатом» в рамках Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». Краткий перечень работ, выполняемых студентами на различных объектах и подразделениях производственного объединения «Маяк». Благоустройство территории, кровельные работы, штукатурные и малярные работы, бетонные и каменные работы. В этом году участниками стройки станут более 700 человек в составе 48 студенческих отрядов из 25 регионов страны. Южноуральский государственный университет представит студотряды «Гранит», «Молодость» и «Танкоград». Общая численность представителей ЮРГУ на трудовом проекте составит 45 человек. Вот уже в 5-й юбилейный раз на базе студенческого оздоровительного лагеря «Олимп» проходит смена для иностранных студентов нашего университета. Подробности далее. Студенческий лагерь «Олимп» открыт для всех обучающихся в ЮРГУ. Уже 5-й год здесь организовывают смены для иностранцев. Студенты из Сирии, Ирака, Гаити, Иордании, Китая и других стран традиционно проводят в «Олимпе» свои летние каникулы. Думаю, что русский глубокий смысл. Но разговаривать, если чаще всего с русскими студентами, будет легче и быстрее учиться. Лагерь. Я просто хотел бы попробовать. Я никогда в жизни не был в лагере. А приехал тут, я чувствую, что хорошая природа и хороший воздух. И тут очень свободно, преподаватели, интересные мероприятия. Я думаю, что здесь все хорошо, но только в этой неделе очень плохая погода, очень холодно. Я уже привыкал, 2 года уже живу здесь. Несмотря на погодные условия, различные мероприятия в лагере проходят ежедневно. Как отмечают сами иностранные студенты, больше всего им нравятся спортивные игры на открытом воздухе. Лагерь – это хорошая возможность отдохнуть после учебного года. Мне очень нравится это место. Я уже завел несколько друзей из Сирии и Китая. Единственное отличие от моей страны то, что здесь холоднее. У меня на родине лето очень теплое. Подобные смены для иностранных студентов ЮРГУ способствуют их скорейшей адаптации к жизни в России. В лагере они знакомятся с традициями, менталитетом и кухней нашей страны. Мы участвуем как в мероприятиях от Олимпа, так и у нас проходят еще свои мероприятия. На самом деле у нас несколько языков, то есть это французский, английский, арабский и русский. И если кто-то что-то не понимает, мы переводим на один язык, а ребята, кто знают, например, английский лучше, переводят потом на арабский. Здесь хорошо можно потянуть русский язык, потому что очень много людей из России, кто-то знакомится, общаются, потому что не все все-таки знают английский, и они подтягивают таким образом. По словам организаторов смены, студенческий лагерь «Олимп» дает иностранным студентам возможность не только отдохнуть, но и погрузиться в языковую и культурную среду, а также найти новых друзей. От фотокатализаторов до умного стула наш университет представил свой проект в Екатеринбурге на международной промышленной выставке «Иннопром-2022».
Вот уже в 12-й раз в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром». Более 600 компаний и делегаций из 25 стран собрались сегодня здесь, в Екатеринбург-экспо, чтобы продемонстрировать свои разработки в области промышленности и современных технологий. Среди участников выставки – Юргу. Тема «Иннопром-2022» – промышленный переход от вызовов к новым возможностям. Южноуральский государственный университет представил разработки на двух площадках. Стенд университета с проектами, реализуемыми в рамках программы «Приоритет-2020», 30 и стенд Уральского межрегионального научно-образовательного центра в составе Челябинской области. Ученые представили свои разработки по прорывным направлениям в области аэрокосмоса, экологии, новых технологий и материалов, сенсорики и здоровья сбережения. Особое внимание ученые уделили импортозамещению. В этом плане те разработки, которые ведет Южноуральский государственный университет, они имеют высокий потенциал как раз именно вот на замещение тех технологий, тех материалов, тех технологических решений, которые используются при производстве ракетоносителей, двигательных установок. Имеют очень высокий потенциал, и надеюсь, что мы их сможем в короткое время довести, и они будут использованы очень активно в тех направлениях, где имеет место быть. Ученые ЮРГУ представили результаты одного из ведущих проектов Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы» по созданию демонстратора двигателя для ракетно-космического комплекса с многоразовой одноступенчатой ракетой-носителем. Над проектом работает большой коллектив, в том числе молодежная лаборатория и молодежное конструкторское бюро. Об уникальном космическом комплексе губернатору Челябинской области Алексею Текстеру рассказал директор Политехнического института ЮРГУ Сергей Ваулин. Следующий этап видим в том, чтобы провести, а сколько же он проработает, и он же должен многократно сработать, то есть, условно говоря, несколько минут он работает, чтобы вывести на орбиту аппарат, а потом вернуться, и все время это он должен работать, и не один раз, а много, и такого еще вообще никто не делал. Также на стенде Уральского межрегионального научно-образовательного центра ученые ЮРГУ показали макет гидропривода с гидростатическими направляющими. Проект реализуется в рамках постановления правительства Российской Федерации номер 218 и подразумевает развертывание технологичного производства гидроприводов с гидростатическими направляющими. Разработку можно использовать в машиностроении, авиастроении, космической и ресурсообрабатывающей отраслях. Как отметил автор проекта Дмитрий Ардашев, гидропривод является импортным изделием, однако в скором времени все иностранные детали разработки будут заменены отечественными. Производиться они будут, как и сам гидропривод, на территории Челябинской области совместно с индустриальным партнером проекта Уральским инжиниринговым центром. Смысл использования этих гидроприводов в многократности нагрузки, которую этот гидропривод может передать на объект испытаний. Под многократностью мы имеем в виду до 100 миллионов циклов. То есть это практически несколько месяцев безостановочно этот гидропривод будет работать. И именно вот гидростатические направляющие и позволяют осуществлять такое большое количество циклов. На стенде ЮРГУ было представлено множество передовых разработок наших ученых. Проект по созданию биоразлагаемых материалов, образцы новых композитных материалов с заданными свойствами, образцы нанесенных покрытий на элементах конструкции магистрального нефтяного насоса, образцы соединений, сваренных лазерной сваркой и умный стул. Также был представлен проект датчиков для беспроводного мониторинга технического состояния промышленного оборудования и параметров функционирования технологических процессов с использованием промышленного интернета вещей. Технология позволяет оборудованию работать по беспроводной сети и в течение 5 лет передавать данные без замены батарейки. Проректор по молодежной политике и социальным вопросам ЮРГУ Вячеслав Бурматов встретился со студентами в неформальной обстановке. Беседа прошла на базе лагеря «Олимп». На базе студенческого лагеря «Олимп» Вячеслав Бурматов, проректор по молодежной политике и социальным вопросам ЮРГУ, провел встречу со студентами вуза. Он рассказал о планах развития университета, создании мест для работы и отдыха студентов. Эти встречи обязательны. Они хороши тем, что это лето, это лагерь, это относительно такая непринужденная обстановка, атмосфера. Но при этом я стараюсь, чтобы достаточно регулярно у нас эти встречи проходили в течение всего периода обучения. У нас самые лучшие студенты в университете, самые активные, самые неравнодушные. И, собственно говоря, та обратная связь, которую я получил сегодня, во время общения, всецело это подтверждает. Ребята искренне заботятся о том, где, как они учатся. Они хотят совершенствовать пространство вокруг себя, образовательный процесс.
Особое внимание Вячеслав Бурматов уделил зонам коворкинга и отдыха для студентов. К новому учебному году такая зона будет создана в 3G-корпусе. Также планируется организовать хобби-центр, в котором будет студия дизайна, швейная мастерская, фотостудия, студия арт-терапии и столярная мастерская. Я ожидаю, что университет может становиться все лучше и лучше. Те же зоны для отдыха студентов, и для отдыха и работы, которые могут впоследствии повлиять на продуктивность студентов, потому что им будет спокойнее делать те же задания или просто отдыхать в таких вот удобных, комфортных зонах. Я уже пользовался несколько раз, в том числе для каких-то даже конкурсных мероприятий, когда мы собирались по выходным со своей командой и делали кое-какие вещи во втором корпусе в зоне коворкинга. На встрече студенты также задали Вячеславу Бурматову интересующие их вопросы. Проректор отметил, что обучающиеся могут предлагать руководству вуза собственные идеи и инициативы, которые помогут сделать комфортнее для студентов как учебную, так и внеучебную деятельность. Я на такой встрече второй раз уже была, в том году тоже в Олимпе. И я вижу, что эти встречи реально не зря проходят. А проект «Атмосфера», который сейчас активно действует, он обсуждался на прошлой смене. То есть я вижу плоды этих разговоров. Так что сегодня тоже было поднято довольно много таких важных тем, проблем, с которыми сталкиваются студенты. И очень понравилась вовлеченность Вячеслава Владимировича, который фиксировал, был готов уже позвонить, что-то решать. И, надеюсь, это в этот раз тоже будет все не зря. В завершении мероприятия Вячеслав Бурматов подвел итоги встречи, отметил наиболее актуальные вопросы на данный момент и сделал совместную фотографию со студентами. Экватор приемной кампании пройден. О том, сколько абитуриентов подали документы в ЮРГУ, узнаете в следующем сюжете. На прошлой неделе приемная кампания Южноуральского государственного университета преодолела экватор. На сегодняшний день 6815 абитуриентов подали документы на поступление. Отметим, что у желающих обучаться в нашем вузе очно на бюджете еще есть время. Последний день приема документов 25 июля. Напомним, что приемная комиссия ЮРГУ находится во втором учебном корпусе университета и осуществляет прием документов в будние дни с 9 утра до 5 вечера, выходные с 9 утра до часу дня. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи в эфире. ЮРГУ – один из ведущих национальных исследовательских университетов России. ЮРГУ – драйвер научно-технологического развития экономики региона. ЮРГУ – генератор научных знаний и новых смыслов. Выпускники университета решают глобальные задачи устойчивого развития страны и изменяют мир к лучшему. ЮРГУ – выбор нового поколения лидеров. Будем теперь работать вместе с вами на благо развития университета, ну и, конечно же, региона. ЮРГУ предоставляет много возможностей для дальнейшего трудоустройства. ЮРГУ также предоставляет много возможностей для дальнейшей научной работы. ЮРГУ предоставляет много возможностей в сферах обучения. Преимущество ЮРГУ в том, что он самый крупный вуз области, и у него есть довольно крупная инфраструктура при нем.